Aziz dostlar, bugün mana shunday katta anjumanda hurmatli Rossiya prezidenti Putin Vladimir Vladimirovich tashabbusi bilan o'tkazayotgani haqiqatda bu dunyoda bu birinchi va men hamma uchrashuv birinchi mana shu kelajak o'yinlar uchrashuvlarini tabriklayman va Rossiya xalqini ham mana shu katta bayram bilan tabriklayman va bugun Владимир Владимирович айтты, мана шу Қазанда катта-катта тадбирлар ўтяпти ва Қазан халқини, ёшларини мана шундай байрам билан ҳам алоқида табрикламоқчиман. Ва бугун бу мусобақаларда Ўзбекистон ёшлари ҳам қатнашяпти. Уларга ҳам мен омад тилайман ва омадларинг ҳаммаларинга ёр бўлсин. Катта раҳмат сизларга. Я ещё раз искренне поздравляю Владимира Владимировича с этой инициативой, потому что на самом деле эта инициатива впервые в мировом сообществе спорта происходит, в новом направлении. И я этому виду спорта желаю дальнейших успехов, потому что начинание с России начинается, и мы думаем, все мои коллеги согласятся, потихоньку, в следующий раз в Казахстане, а в 2026 году мы готовы вас принять в Узбекистане. Дорогие друзья, большое спасибо. В добрый час!